Перед, на его глазах я маму ебу. На его глазах, блядь, конкретно его маму ебу, блядь. Чисто по понятиям, наверное. Короче, он не Камри получит, а метелку. Метелку он получит вместо Камри. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Обращаюсь к братьям. Всем чеченцам, русским, татарам, всем-всем нации, дагестанцы, все-все ингуши. Вот. По поводу этого провокатора. Года два назад, даже больше, я просто смотрел ролик, смотрю флаги. Ингушские, татар, чеченский такой, как татарстанский флаг. Я такой смотрел, о, такой парнишка что-то рассказывает, такой подписался. Пару роликов посмотрел, что-то там в комментариях такого особо не было. 1300 подписчиков было, когда я подписывался. Потом я и у жены взял, короче, телефон, тоже добавил. Вот, человек приехал, короче, реально в фитнесе в Грозной. Вот. Просто представьте себе, пришел такой мразь, короче. Его пригласили, он несколько раз там в Ингушетии был, в Чечне был. Его пригласили, ну, в аул. Гостеприимные люди, там Гарехан или, ну там такой приятный человек, и он потом в интернете, там в переписке, короче, говорит, вот как он в ауле им этот сходил, ему так тяжело было, ноет, короче, как баба, нет, не как баба, это животное, короче, извините, он как же ему трудно было в деревенский туалет сходить, короче, а он что ожидал, что его, короче, там это в пятиэтажном доме в квартиру, что ли, короче, позовут. Вот, вот, мразь, короче. Поэтому, братья, ни в коем случае не зовите его в гости. Вы просто можете себе навредить. Потому что чеченцы злые уже на него. Не только чеченцы, и русские злые. Вы можете рамсануться. Короче, можете столкнуться. Это может ему леща. Он столько людей провоцировал. Вы же... В чат рулетки же говорил такое, да, его уже за это, по статье, его уже YouTube должен блокировать, короче, за то, что он сказал, парнишка русскому говорит, чей это, говорит, флаг? Тот не знаю, он ему подсказку дает. Он подает ему, сказал, типа они бородами ходят. Ну, тот не знаю. Они говорят, в 92-м, что-то он сказал, короче, в 93-м, они говорят, еще русским, говорят, бороду резать. Это говорит русский? Это самозванец. Разве русский человек будет про своих так говорить? Представьте себе, в каком он виде мусульман, короче, выставляет чеченцев. Сидит в бронежилете, идиот, в шапке в днем, этот, пистолетами, короче, какой-то дурачок, реально. И выпрашивает свинья только доната, короче. Ему реально... Ему нельзя трогать, его надо блокировать, пока не столкнулись. И это видео, по-любому, то видео дойдет, где он реально оскорбляет, это дойдет до Рамзана, а Рамзан спросит из тех, кто его звал. Быстро найдут, короче, не махом, по комментариям найдет, оскорбление идет там друг на друга, короче. Там уже, это же, он же разделил уже, да? Если чеченец ему делает, короче, замечание, типа, не снимай, короче, это про война с Киеваном, он говорит, ты чё, чечено говорящий, типа, и начинает это, бессовестный. А ролик, где он, задал вопрос чеченцам, ну, такой еще заголовок, ленивый. Чеченцев вас почему-то это не устраивает, работать на стройке, вы, то есть не работать, там только единицы работают. Я вот что хотел спросить. Почему вы там не работаете? Что вас там не устраивает? Там же зарплата больше 40 тысяч, по-моему, там. Вы действительно ли обленились? Или зарплата маленькая? Или вы принципиально не хотите работать на стройке? Когда Ахмат Тауэр будет уже построенный, но вот по-любому будут потом чеченцы говорить, а, смотри, чеченцы как построили. Маменькин сынок, который ни одного дня не работал, который бегает только в магазин за майонезом, короче, да, жрет гречку, свинтус, короче. Он еще говорит,
почему вы не строите, вы не этот, типа узбеки, только таджики, говорят, там стоят, я ни одного чеченца не видел. Это человек, который в гости приехал к чеченцам и указывает, что якобы он там на стройках чеченцев не видел. Типа, мол, вот пройдет 20 лет, вот скажут, что это узбеки строили. Это вообще, короче, фитняч. Он и пытался... Вот, братцы, вот, короче, сеет. И поэтому пока кто-нибудь могут ударить его, русский или чеченец, или еще кто-то, или дагестанец, этого человека могут в тюрьму посадить именно из-за этого. Его бить-то некуда. Куда его бить? Он жирный, короче. Куда? У него руки такие маленькие, такие маленькие руки. Меньше, чем моего 5-летнего сына, да? Ну, жирная вот эта вот часть, вот эта вот жирная, короче. Это просто человек, не человек, животным нельзя назвать. Животное, она, понимаете, животное это кушает, может и не, свое дело делать, короче, ладно. Оно не обидное, она может, конечно, забодать, там, туда-сюда, короче, собака может укусить. А это же, вот, это катастрофа, ошибка природы, короче. Бедная, конечно, мать, все до конца жизни с этим балбесом, короче, придется ей жить, конечно, не знаю, кто вы, не знаю. Мать, не будем оскорблять, не оскорбляйте мать, короче, его. Это просто жирное существо сидит, короче, в прямых эфирах. Все уже видели, за 2000 побрился. Хорошо, что еще он ролик не пускает, как Афтердарк сидит в толчке, короче. Он реально за деньги, он может завтра этот гондурасовский, короче, флаг повесить, как он и делал, и американский повесил. И там, я же говорю, он сегодня туда, завтра сюда, короче. Он почувствовал, что где деньги можно. Вот представьте себе, на телефон ховер собрал. Ну как можно? Неужели в Ингушетии, в Чечне, в селах есть же все равно нуждающаяся какая-нибудь мама, там, многодетными, кому-то после операции деньги. Неужели в благотворительные фонды есть там, вот, я многих знаю, короче, вот. Неужели нельзя вот туда передать 100 рублей, чем этому свинье, короче, на кетчуп? Неужели вот свои заработанные средства, ведь у нас в книге нашей написано, что нельзя у нас вот исраф делать, короче, а это именно... если мы кидаем ему на донат, он там клавиатуру кидает, там помощь каналу, этим же с телефоном он и спровоцирует наших братских народов, короче, он спровоцирует именно этим же телефоном ховер, как благотворительные фонды, вот я вот купил телефон, это свинья, уровень 5-летнего ребенка, короче, но представьте себе, заработал 3000, смотришь, да, действительно, он там показывает, кто ему скинул, как, за одну ночь свинья там 1.5 часа сидел, мразь, и реально 3000, а потом на второй день, вот мне ингуш скинул там 2000, и начинает, короче, ты свинья, короче, вот, показывает, кто ему скинул, этому скинул, вот, это же жирное существо, кушает, щавкает, семечки грызет, извините за выражение, пердит, срет. Вот, я еще ни одного такого дурака не видел, много дураков видел, но даже на отпусти меня, сука, хайдетебол, я такой, ёб твою мать, ебуть твою мать, и леща ему, короче, просто леща ему конкретного, просто конкретно разъёбываю его, чисто перед, на его глазах я маму ебу, на его глазах, блядь, конкретно его маму ебу, блядь. Лизоблюд страшный, смотреть жалко, я считаю, что ему, короче, он не Камри получит, а метёлку он получит вместо Камри, короче. 5-летний ребенок отжался, там, например, в Чечне, 5000 раз ему Рамзан дал мерз. А этот дурак что думает, вот так вот, вот таким, короче, этим, вот таким вот свинством он получит метелку и будет определять его там соцсобес. Я не знаю, как называется, но такой какой-то соцсобес. И будет этот, как вот некоторые, я вот считаю, братьям надо, короче... конкретно, резко, вот таких вот, как я, как вот разоблачитель канала, вот таких братьев, резко 100 человек, короче, пожаловаться на его канал и молниеносно блокировать, короче. Реально уже, это он уже рекордсмен, за 3 года провоцирует у людей,
три года. И он ходит, ну, согласен, что он не выходит из дома, короче, там, прячется, ходит, короче. Ну, так не понятно, вот уже говорю, это столько людей, короче, уже в чат рулетки оскорбляет. Это же вообще жесть. Вот, поэтому его вот эти высказывания там дагестанцами, да, там граница вот эта между братьями, ну, чеченцы заберут. Они по-любому свои заберут. Кто ему? Мразь, короче, одним словом, мразь. Они заберут свою землю. Это фитнес, реально. Вот он еще много чего сказал. И вот у меня просто давление поднимается, когда эту мразь вижу, когда он на ленте появляется, там в каких-то форумах, там даже где-то ВКонтакте увидел, короче, это дурак в бронежилете. Ведь про нас мусульман думает, что мы именно такие. Вот так вот, братья. Вот так вот. И говорить можно полтора часа, два часа. Подписывайтесь на канал. Вот это он мне брат, разоблачитель. Вот, подписывайтесь на его канал, можете подписываться на мой канал, у меня тоже есть, про него я говорю. Я жалко, что не могу в прямых эфирах участвовать, потому что надо с телефона 1000 хотя бы подписчиков, у меня пока мало, но иншаллах, я надеюсь, что мы его канал заблокируем. Вот так, такой мрази, видя это, нельзя, потому что он обворовывает у детей. Ну, вот, реально, люди некоторые нуждаются, ну, в какой-то копейке, но люди такие вот, некоторые женщины, они не могут брать, им надо, но они не осмеливаются спрашивать, а этот мразь жрет, донаты спрашивает, вот спасел на хлебник, скотина, короче, вот на хлебник, вот так вот, братья, извините за мой русский язык, немножко я этот, но этим надо уже кончать, реально, он у меня с мозгов не уходит, этот чучело, короче, реально. Вот. Есть провокаторы другие, но я к ним хотя бы вот такого, это же вообще нахальный тип. Вот так вот, братья. Но ни в коем случае его трогать нельзя руками, потому что не стоит того, не стоит. Это животное, не животное, это просто ошибка природы. Вот так вот, салам алейкум. Тебе ебальник набью. Я уже договорилась, за тобой едут, блядь, последний понедельник нахуй живешь. Это тебя похоже.